желаю, Виктор Владимирович, чтобы по жизни у тебя были такие друзья, верные коллеги. Я желаю тебе крепкого здоровья, огромного счастья. Счастье у тебя есть. Это твоя семья. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем, и фургончик более чистом, это наш привычный дом. Мы великие таланты, но ну, конечно, это все неожиданно. Это я думаю, что здесь просто внутренние всякие течения. Человек вроде как предпенсионного возраста. Вот. Хотя, честно говоря, это для меня было, был удар. Вот. И остается таким ударом, как его пережить.